Теперь Иисус бросает все слова, которые Владимир Ткевич говорил, все его слова за 20 лет колдовства, все слова колдовства и все книги колдовства змеиные, теперь Иисус бросает в озеро огненное, и все слова Светкиной, его второй жены колдуньи, Иисус бросает все слова за 25 лет, за 30 лет. Иисус бросает все слова этой колдуньи в озеро огненное. И все змеиные книги Иисус бросает в озеро огненное. Иисус обрезает все змеиные деревья, корни, стволы и ветви. Иисус обрезает и бросает в озеро огненное. И Иисус судит всех змей и говорит: «Змеи, вы осуждены, идите в озеро огненное». Это приказ и это закон. И Бог судит этих змей тоже. Это приказ и это закон. И также все слова тёти Кати Фарафоновой Бог бросает в озеро огненное, все змеиные книги Бог бросает в озеро огненное. И все змеиные деревья фараонские Бог обрезает за 8000 сенчери. Все змеиные деревья Бог обрезает фараонские за все сенчери. За 8000 сенчери Бог обрезает все змеиные деревья фараонские. Корни, стволы и ветви и бросает в озеро огненное, и все змеиные книги Бог бросает в озеро огненное, и Бог судит все змеи и бросает в озеро огненное. Это закон на биллион лет. 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 И все колдуны, которые вместе Катя Фарафонова колдовали, и все колдуны, которые вместе со Светкой колдовали, второй жены Владимира Ткевича, все эти слова Бог бросает в озеро огненное за 20-30 лет, которые они наговорили. Бог бросает все эти слова в озеро огненное, все змеиные книги бросают в озеро огненное. И Бог превращает всех змей в порошок и бросает в озеро огненное. Бог судит всех змей и превращает всех змей в порошок и бросает в озеро огненное. И Бог обрезает все эти змеиные деревья царства за 8000 сенчерис. Все корни, стволы, ветви Бог обрезает и превращает все змеиные деревья царства за 8000 сенчерис в порошок и бросает все змеиные деревья в озеро огненное. Это закон на биллион лет. 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 Это закон на биллион лет.